Сериал о казахском ханстве, долгое время находившийся в разработке, скоро, по всей видимости, предстанет перед зрителями. Напомним, что работа над сериалом затянулась из-за экономических проблем, и съемки отдельных эпизодов до сих пор ведутся. Но создатели сериала уже анонсировали ролик, который повествует о том, что в первом сезоне сериала будет 10 серий. Промо к сериалу замечены Бекболат Тлеухан, Еркебулан Даиров, Камшат Жолдыбаева и другие известные казахстанские артисты. История, заложенная в сюжет, отталкивается от произведения «Заговоренный меч», являющейся первой частью трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники». Кстати, каждый желающий может поддержать проект. Сбор средств продолжится до конца 2015 года. В данный момент казахстанцами собрано порядка 200 тысяч тенге.